Новый автомобиль скорой помощи пополнил Инзенский автопарк. Новая машина – одна из 34 поступивших в регион по федеральной адресной программе обновления санитарного автотранспорта. В настоящее время он будет передан в Глотовскую участковую больницу по поручению губернатора Ульяновской области для осуществления работы в структурных подразделениях Инзенской районной больницы для оказания скорой медицинской помощи. Напомним, в конце октября в ходе рабочей поездки губернатор Сергей Морозов посетил участковую больницу в поселке Глотовка. Там же он дал поручение Министерству здравоохранения региона обновить в ближайшее время автотранспорт больницы. В Глотовской участковой больнице, которая расположена довольно-таки далеко от районного центра, более 60 километров, в настоящее время сложилась очень тяжелая ситуация с санитарным автотранспортом, который крайне необходим для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, проживающим на территории Глотовского городского поселения. Учитывая удаленность от районного центра и время реагирования, нам крайне необходим был новый санитарный автотранспорт, который мы сегодня с удовольствием получаем. До этого момента медперсонал Глотовской участковой больницы, которая обслуживает около 2000 человек в трех крупных сельских населенных пунктах, выезжал на вызовы и перевозил больных пациентов на автомобиле марки УАЗ производства 2013 года. За последний год в связи с пандемией коронавирусной инфекции на старый автомобиль нагрузка значительно выросла. Машина стала ломаться и нередко во время пути к больному пациенту. Часть выездов – это не просто обслуживание, когда приезжает фельдшер, обслуживает, стабилизирует состояние пациента, оставляет на дому. А зачастую это приходится госпитализировать больного или город Барыш там с нарушениями мозгового кровообращения, или город Инза. Поэтому машина практически всегда находится в движении, и даже времени на ремонт ее не остается. По информации ведомства, в декабре благодаря нацпроекту здравоохранения в Инзенский район также будет поставлен передвижной ФАП и передвижной флюорограф. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.